17-летняя первокурсница Виктория Степанова увлеклась швейным мастерством, будучи школьницей. Она не пропускала ни одного занятия по швейному делу, поэтому в выборе профессии портной она определилась еще до получения аттестата. Я шью с шестого класса, мне это нравится. Я решила сюда прийти, потому что я люблю шить платья, юбки, штаны. Ну, вот так, на брюки. Преподаватели Нефтекамского профессионального колледжа не могли не заметить, с каким старанием и аккуратностью работает Виктория. Поэтому, недолго думая, решили отправить на конкурс профмастерства именно эту первокурсницу. Хотя девушка говорит, что немного волновалась, но с заданием справилась практически на отлично. Конкурс проходил в течение 2 дней. За это время нам нужно было раскроить и сшить платье. На этом конкурсе я заняла 2-е призовое место. Как отмечает мастер практического обучения Рима Вагизовна, они, конечно же, не сомневались в способностях своей студентки, но все же не надеялись получить призовое место на конкурсе такого уровня, ведь национальный чемпионат собрал лучших со всего региона. Поехали, конечно, с сомнениями, потому что первый курс, еще точно ведь как бы я ее способности не знала, но мы перед конкурсом шили платье, хотя бы какие-то азы, чтобы я знала, что она знает, что не знает. Вот. Но девушка перспективная, в последующем хочет заниматься именно швейным делом, шить, работать в ателье. Вот. Я надеюсь, у нее все получится. Победа на региональном отборочном этапе национального чемпионата по профессиональному мастерству «Обилимпикс» дает шанс попасть во 2-й этап, который будет проходить в Москве. Преподаватели и сама студентка надеются, что получат приглашение, и Виктория сможет вновь доказать свое мастерство. Марина Медвинская, Никита Кабанов, информационная программа «Ежедневник».